Второй вариант. Вас бросили. Ничего не меняется. Вам надо пытаться вернуть человека. Если вы как бы не возвращаетесь, дальше будет одиночество опять. Или не тот человек, который надо придет. Ну, то есть надо опять пройти три стадии. Первая стадия — это молитва и все делается. Первая стадия — спокойствие в сердце. Вторая стадия — очищение связи, ниточек. Все хорошо, да? Третья стадия. У него в сердце все меняется. Теперь меня спрашивают часто: Олег Геннадьевич, и мы уже давно с человеком не живем, я о нем постоянно думаю, помню, не могу больше ни с кем жить, потому что я не могу от него отключиться. Как мне его забыть? Забывать не надо человека, надо очистить память. Начните думать о Боге, слушайте молитву, повторяйте вместе с теми, кто молится, проходите три стадии. Первая стадия — спокойствие в сердце по поводу этого человека, хоть вы его еще помните. Вторая стадия — у вас мысли не на то, чтобы его себе иметь, не на протяжение мысли появились, а просто на то, что он хороший человек, чистая память о нем возникает. И третья стадия — развязывайтесь с этим человеком. У вас память этого человека остается, просто чистая, светлая память. И вам хорошо, и можете теперь замуж выходить. Все. Вы свободны. Почему вы не могли выйти замуж? А потому что между вами была вот эта связь тяжелая, которую надо было победить, и все. Между вами была связь притяжения такая. Притяжение означает желание. Я хочу, чтобы только такого человека, хочу только такого человека. Помолилась Богу, это желание очистилось, стало светлым, бескорыстным. Хороший человек, все, мне вот такой, вот так мне нравилось с ним, вот супер, отличный человек, но у меня другая жизнь, все, я лечу дальше, я птица свободна, все. То же самое, если человек ушел из жизни, то же самое. Первая стадия — будет спокойствие сердца по поводу него, потом чувство доброты между вами, потом чувство, что у него все хорошо будет, и все, и можешь дальше жить. Дальше создавать семью, ничего тебе не помешает. Запомните, мои дорогие друзья, вот это то, что я сейчас говорю, это вообще не шутки уже. Я могу с вами как угодно шутить, но вот эта тема самая серьезная, потому что здесь жесть. Ну, то есть Господь вообще не прощает. То есть человек может надолго остаться один, может просто неправильное поведение при расставании и до свидания. Все, то есть дальше тяжелая жизнь на годы. Просто так бросать никого нельзя, даже если он тебя бросил. Нужно пройти свой путь, сначала очиститься, потом следующие отношения. Не то, что Бог запрещает следующие отношения. Он просто не хочет, чтобы люди просто так друг друга бросали, потому что связи, когда ты рвешь, у человека в сердце просто как кусок мяса вырывает. То есть он страдает, ему очень больно из-за этого, когда его бросили. Ты за это точно будешь отвечать. Даже если он не прав 1000 раз, не имеет значения. Ему больно, ты будешь за это отвечать. Все. Поэтому надо пройти свой путь. Здесь все непросто. Теперь смотрите, допустим, вы вышли замуж, бросили мужа, вышли замуж за другого человека, говорите: Олег Геннадьевич, ваши знания не работают. Хорошо, слава Богу, я не против. Но если вы заметили, что у вас с этим человеком какие-то отношения, вы ни туда, ни сюда, то есть не можете расписаться, между вами какой-то холод, значит, все-таки работает, понимаете? Это значит, что у вас нет силы притянуть человека. Это через женщину идет. Нужно молиться. Если мужчина бросил и женился друг на другой женщине, чувствует, что его любовь стала очень горячей, его колбасит, он унижается перед этой женщиной. Значит, нужно раскаяние. Нужна молитва, иначе следующая семья будет разрушена.